Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. В ОДКБ создали специальную рабочую группу по январским событиям в Казахстане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зязь на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. Это был первый практический опыт ОДКБ, и операция в Казахстане показала действенность уже существующих механизмов, заявил Зязь. Военный блок намерен совершенствовать силы кризисного реагирования, а также создать систему биологической защиты. Участники конференции подчеркнули, что особое внимание организации уделяет борьбе с экстремизмом. ОДКБ тщательно следит за спящими ячейками террористов в странах-участницах на системной основе. Налажен соответствующий мониторинг в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру. Присутствие в то же время в Казахстане сил ОДКБ, оно позволило, что ли, сосредоточиться именно на антитеррористической операции, а силы ОДКБ миротворческие занимались охраной стратегических объектов, социально значимых объектов. При этом само присутствие миротворческих сил ОДКБ, оно сыграло важнейшую стабилизирующую роль. Но сейчас продолжается масштабное и всестороннее расследование тех событий, которые произошли, в том числе с участием общественности. Безусловно, если будет такая необходимость, будет принято решение с этим комитетом безопасности, главных государств, то у нас есть возможности и все механизмы для того, чтобы включиться в ситуацию в любой точке. И мы это отрабатываем практически каждый год на наших учениях, в разных наших странах, в разных уголках.